Пустырь перед школой станет продолжением сельского парка, и здесь будут цвести яблони, которые сейчас сажают школьники. Герой Советского Союза Петр Шафранов, их земляк, участник Великой Отечественной войны, командующий армиями в составе белорусского и украинского фронтов. Больше Фроловская школа носит имя нашего земляка, героя Советского Союза. И пусть этот сад станет памятью о нем и фронтовиках, павших в боях, и тех, кого уже нет рядом с нами. У буинского землячества, в частности у Ислама Ахмедзянова, есть добрая традиция – дарить книги Центральной городской библиотеке. И на этот раз на полках появилась пахнущая свежей типографской краской литература. Кстати, библиотека пользуется популярностью у пенсионеров, живущих в доме-интернате. Считаю, наша прямая обязанность при каждой возможности встречаться с жителями дома-интерната. На их долю выпало очень тяжелое время. Они пожертвовали всем, чтобы наша жизнь была светлой, мирной. И думаю, что каждый из них достоин большого уважения. Среди пожилых людей много тыловиков, и у каждого своя трудная история и своя весна победы. Алсух Медянова, новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».